Приветствую всех! С вами Ольга и проект Elite InfoBiz. Этот обзор будет на единый расчетно-кассовый центр. И нам поступило уведомление от них, что на наш лицевой счет поступил возврат денежных средств по единому налогу на вмененный доход. Сумма составила 129 419 рублей. Для того, чтобы получить, нам необходимо нажать ОК. Хочу сразу пояснить, что налог на вмененный доход могут получить только предприниматели и компании. На частные лица данный налог не распространяется. Есть данные лицевого счета, отправитель, сумма, и нам необходимо завершить заявку на вывод средств в течение 24 часов. Также хочу сразу отметить, сумма приходит каждый раз одинаковая любому пользователю, который откроет данный сайт. Но для того, чтобы убедиться, что это мошенники, мы жмем авторизацию. Нам необходимо создать пароль для входа. Для завершения вывода нам необходимо нажать «Завершить операцию». Здесь есть выписка по возврату издержек за отчетный период. Есть, конечно, комментарии 11 из 248. Дальше комментарии мы загрузить не можем. Соответственно, мы делаем вывод, что их нет. Жмем «Подтвердить заявление на возврат». Заявление наше утверждено, и теперь необходимо связаться с оператором, чтобы получить выплату. Итак, оператор Елена еще раз запросила данные о сумме возврата. Сумма возврата у нас та же, но вот теперь у нас проверяют, оплачена ли госпошлина. А так как госпошлину мы не оплатили, то нам ее необходимо будет оплатить. После этого перевод отправят нам на карту, которую мы укажем. Нас убедительно просят оплатить прямо сейчас, чтобы данная сумма в 129 419 рублей не была отклонена. Мы кликаем «Перейти к оплате». Стоимость госпошлины составляет 500 рублей. Жмем «Продолжить». Оплатить можно банковской картой или Яндекс.Деньги. Оплачивать, конечно, мы ничего не будем, так как это только первый предлог. Далее у мошенников найдутся еще очень много предлогов для того, чтобы выманить у нас как можно больше денег. Также мошенникам будут известны реквизиты нашей банковской карты, с которой они смогут снимать денежные средства потом без нашего участия. Поэтому Elite InfoBiz не рекомендует единый расчетно-кассовый центр. Ставьте лайк, если обзор был вам полезен. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех мошеннических сайтов. Присылайте сайты, которые вы хотели бы проверить. Мы обязательно все протестируем. С вами была Ольга, проект Elite InfoBiz. Всем пока!